Hello guys, if you don't understand, it's Thailand game in a park. Guys, Thailand local young generation, and not only young, they're playing only by legs, by foot, by elbows and by head. They cannot touch the ball by hands. And in this game they have to put the ball in a basket, in a special basket which has three holes. Upper them in the air, in a distance about maybe 6-7 meters up. Upper them. Сейчас я попробую перевести вам, друзья. В этой интересной тайской игре местные парни и мужчины играют мячом. Причем мяч они могут отбивать ногами, локтями, ступнями, ногами, коленями. Но ни в коем случае руками. Можно даже головой. Так? И при этом они должны попасть мячом в корзину, которая имеет три отверстия. Ну, скажем так, трехстороннюю корзину, которая висит в небе на высоте где-то 6-7 метров над ними. Я с трудом могу здесь определить расстояние, либо высоту. В общем, вы видите, да? Это высший пилотаж футбольной эквилибристики. При этом ребята играют, мяч не падает на землю в основном. Только очень-очень редко. И при этом они не только перепасовываются вот таким вот образом, но и забивают мяч в корзину. Absolutely amazing game. Okay, guys, thank you for watching. Welcome to Thailand. My name is Oleg Petrov. I'm Ukrainian traveler who have been traveling 3 years all around the world. Absolutely for free. Thank you for watching. Please subscribe this channel and you will be able to see even more amazing videos. Keep in touch and see you at the end of the world. Спасибо за просмотр, друзья мои. Не забывайте подписаться, поставить лайк, написать мне какой-нибудь хороший комментарий. Меня зовут Олег Петров, украинский путешественник, который странствует по миру уже 3-й год практически бесплатно. И вы сможете еще увидеть много еще более изумительного видео у меня на канале. Спасибо, увидимся на краю света. Спасибо за просмотр.